Всем кукуськи, кукушки, привет, и всем губкам. С вами я, Губка Боб, и вы на моем канале Губка Боб, который относится к Games. Мы сегодня будем проходить игру под названием Спанч Боб Сквэрпэнс Drive to Life Edition. И давайте приступим. Это вторая часть. Первую часть уже снимал Патрик. И я снимаю вторую часть. Ну что ж, погнали. Тут все в банкротстве. Банкрот, короче. Где? А как его? Как мы теперь назад? Ага, вот так вот. Ага, бить, значит... Так. Точка в веселье. Угу. У нас как бы нету выбора. Где эта сраная бэшечка? Где эта бэ? Так, я в этом не разбираюсь. И как? Так. Опа. Ага. Угу. А как это бить вообще? Ага, нашит. Бан. И бан. Зато приятно. Ой, чуть-чуть. Собственно, забыл. Так, зато мы можем жизнь схватить. О. А вы, не кстати, вот вам. Чекпоинт. Ну, Стив. Приветище. Опа. Ну, давайте, ребята. Все это уничтожим. Давайте-ка сделаем харбас, ребята. Короче, не время харбаса делать. Пора нам спасать бикини-ботом. Опа. Опять им рисовать. Да, блин. Отлично. Итак. Угу. Рисую-ка обычную платформу. Правда, там есть отличие. Там будет задержаться мой символ. Да. Особенности символ. Я! Губка Боб! И да. Я рисую себя в честь кубки. Во какого! И нарисую одно кластерное отверстие. Точнее, два. Готово. Да, я не очень получил все виде обычной губки, но нарисовал за то, что это годное. Опа! Опять Дудл Боб натворил дел.
снова. И да, прошлую серию, которую снимал Патрик, Дудль Боб вытворял. Вытворял что-то непротивоестественное. О! Мистер Крабс! Чего он без глаз-то? Ладно, зато никто прибивать меня не будет. Поймаю. О! Во, кое-что я забыл. Так. Все, good job. Good job у нас. Ну, мистер Крабс. Я вас освобожу, правда. Мне надо еще стереть кое-что. А теперь. Во, вот так-то. Опа. Вот это он зарылся, конечно. Итак, появились тут платформы. Отлично. И опять медузы. Вуфбан просто. Ага, еще один у нас тут. Ай-яй-яй. Итак. Ребят. Так, заглянем-ка в домик. Ого себе, сколько там манечек. Маня-то сколько. Даже потерянная жизнь досталась. Ну что ж, проходим. Во. Во. Обычный прыжок. Во. И опять сохранение. Во. Я ей забыла медузе. На медузах забыл. О! Ты еще кто? Ты кто вообще? Персонный гад, на тебе. Наверное, это тот самый, который был разрисован Дудл Бобом. Который теперь ему прислуживает. Ай-яй-яй. Опять ударил. Кто к тебе? Для меня это совершенно неудобное управление. Вот алло. Так, платформы появились. Отлично. Ну, тут что-то разрисованное. Что-то... Вы что, делаете свои грязные делишки? Похоже на то, они реально делают свои грязные делишки. Опа! Это в виде Патрика. Ага. Нам нужен Патрик. Без Патрика нам никак. Ага. Угу. Как это нафиг сломать? Наверное, как я догадываюсь, нам на персонажа. Ну, это полный писец. Там даже никакого заложника не оказалось. Четвертая комбо, офигенно. Так, снова медузы. Так, офигенно. Ага. Движущиеся платформы. Тут надо отдельную сцену. Да блин.
И получается у нас... Уйти. Правда, не похоже на него, но... Что я сделал, так и сделал. Двигающиеся бомбы. Офигенно просто. Да. Они просто шедевральные. Ай. Хотя, пофигу. А, не пофигу. Так, ну если бы я бы разбил эти ящики, то ни к чему бы этому хорошо не привело. Я уже там вижу второго заложника, ребят. Нат Петерсон! Мы его нашли. Только как нам его спасти? Ну, ё-моё. Как нам надо-то спасти? Ведь эта штука не добрасывает до НАТО. Господи, это неудобное управление. Это управление реально неудобное. Так, это чё? Так, ну вот для нашего персонажа это просто опаснейшее зрелище. Так, нажимаем на кнопку. Мы можем провернуться к Нату Петерсону. Отлично. Не зря обнаружил эту кнопочку. Теперь мы можем добраться до Ната Петерсона. Нат, мы идем. Привет еще, Петерсон. Привет еще. Так. Ребят, проходим уровень и все. Заканчиваю видео. Так, жизнь. Офигеть просто. А, не обупенно. Не обупенно, короче. Что на нас пыльнул? Итак. Все это мы стираем. Стираем напрочь. Все, good job. Отлично. Да еще и в крастикрабе это все. Дудл. Тот, который меня украли. Все, спасаем. Так, теперь кого мы нарисуем? Но теперь уже нарисуем настоящего Уитти. Точнее, его башку. Так, теперь его легендарный фитиль. И...
Но нарисовал, что нарисовал. Проходим дальше. Ой. Еще один. Опа! Мы использовали Патрика, алло. Чтобы его-то оглушить, алло. Так, стираем. Воняет, короче. А, нет! Убираемся. Все, ребята. Мы прошли этот уровень. Отлично. Правда, середину оперса что-то мы не нашли. Ну и пофиг. Ну и пофиг с ним. Так, этих мы уже убрали. И секрет таки нашли. Ну что ж, ребят, на этом мы и закончим. Если вам понравилась игра, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!